Вот эти два плавунца. Ой. Да. Все. Они купаются, а я пойду им принесу полотенчик. Это вот кота Миша называет Тимошей, хотя может даже это не кот. Здесь гуляет по набережной. Но Миша его облюбовал и называет Тимкой. Чуть-чуть похож он на нашего кота, тоже полосатенький. Тоже такой аккуратный, нежный, спокойный такой кот, да? Да, лохматый. И с Мишей тоже дружит. Наш кот такой же, да, примерно? Нет, это мордочка, это кошка, скорее всего. Это если и Ти, то не мошка, а какая-нибудь, какая там, какие еще бывают кошачьи имена на Ти. Тиманя. Тиманя, Тиманя. Ай, ой, щекот ногам голым. Что, пойдем, Михаил, прокатимся с тобой до ближайшего магазина. Мне так жалко, что Тимоша не сможет привезти. А еще мы можем купить отдельную квартиру 1+1, и там Тимоша будет жить. И там Тимоша будет жить. Это круто будет. Купим ему кошачьего корма 20 кг. Откроем его и будем навещать. Понятно. Пока, Тиманя. Тиманя. Куча народу загорает сегодня на пляже, кстати. Тимоня, Тиманя. Загорает народе. И яму какую выкопали, молодцы. А это тетеньки купались сейчас в море. Мы сейчас, когда выходили с моря, они тоже выходили. Там вон гуляет народ сегодня. Вон кто-то еще выходит в труселях с моря. Как-то так здесь. Я сегодня не купался, но... Мы сейчас курочку прикупим и обратно поедем. Стоп, Миша, Миша, погоди. Погоди. А, все нормально. Я думал, забыл что-то на пляже. Все забрали. Все. Положил в корзинку, сам забыл. А тут одетые сидят, загорают. А здесь вот все по-пляжному, как положено. А, тут тележка модная, кстати, пляжная. Прикольная такая тележка. Большая такая, видите. Ее вещей можно кучу наложить. И они туда кладут, скорее всего, два, да. И они в эту тележку обычно кладут и стульчики, и столики, и этот, как он называется, для прохладных напитков. Термохолодильник и так далее. Вот тут тоже народ. Кто в куртках, кто в трусах. Вот. Сейчас посмотрим, может, за этим, за пирсом кто купается, нет. Там другое течение. Но кстати, по-другому дует. Посмотрим, как там с народом купающимся. Здесь никого нет. Я думал, тут полно народу купается. А тут никого нет. Тут рыбаков только куча целая. Вон там целая. Они тут лодки притащили. Лодок не было здесь все лето. Недавно они появились. И торговля уже здесь вся стоит, вся на месте. Фрукты, овощи, все здесь. Бананчики, баклажанчики, помидорчики. Зеленушка есть тоже. А мы почти приехали. Сезон хурмы пошел? Ну, он уже давно идет, а скоро уже закончится хурма.
Никак, наверное, не закончится, но очень много ее сейчас, хурмы, во всех магазинах, лотках, где только не продается ее. Давай мне заворачивай, ты первый. Дяденьку пропусти в пиджаке. Яблоками сильно от этой машины грузовой пахло. Я не успел. Не успел посмотреть, что он продает. Папа, да. А сел это, по-моему, продавать. Да? Buy, а не сейлинг продавать. Ну, может быть, сел это. Продажа, по-моему, сел. Ой. Вон Мигрос уже, машина. Нет, это не машина, этот погрузчик слева выехал, это слева там Мигрос. Куда пойдем, в БИМ или в Мигрос, Михаил? Какой тебе сегодня? Тут три магазина сразу, какой тебе хотелось бы? Мигрос. А. А пойдем, знаешь, куда? Пойдем в ШОК. Мы сейчас в ШОКе купим курочку, и нам там по акции... Там какая-то акция, на 25 лир покупаешь, и можно купить тогда шампунь по выгодной цене. Пойдем сейчас еще шампуня прикупим, бутылочку. Пойдем в ШОК. Не спеши, лево-право смотри. Чисто ехали. Ехай, езжай. Поезжай. Вот и ШОК слева, желтый знак висит. Опа. Сейчас ШОК быстренько сгоняем. У нас на улице стоит с велосипедами, охраняет кое-что уже купленное. Пойду куплю, что не хватает по списку в Мигросе, и пойдем домой, нас мама ждет. Ребята, Алексей и Миша пришли. Миша, в следующий раз тренировочный день, не ходи, пожалуйста, с папой. Уже выходить надо, посмотри время. 7 минут, как вы уже должны до остановки идти. Он ходил с папой и теперь вот пришел, кушает быстро. В общем, они купили курицу в районе 16 лир, она, скорее всего, стоит. Дана кейма, это говяжий фарш. Вот такой мы берем в ШОКе. Он стоит 22,90, 23 лиры, короче. Татлы бевер, у меня кончился, взяли мне. Мне нравится, я возьму, маме, наверное, привезу, что здесь такой яркий вообще бевер, любой. Вот, пиво он взял. Мне нужно для рецепта. И вот этот шампунь, он берет по акции. Короче, большая там акция получается. Скидка большая, вернее. И 375 миллилитров. А, 325, а он мне говорил 375, 14. В общем, два шампуня он взял для меня, и два шампуня для Олега. Такие покупки ребята совершили. Мише приятного аппетита. Мишут, приятного аппетита. Спасибо. Курочку он ест, Паби Мури и салатик. Кушай, пожалуйста, полезный. Угу. Такие у нас дела. Сейчас они побегут на тренировку уже, а я буду заниматься рецептом. Сегодня целый день мужики вот водятся, возятся, водятся. С дверью у нас калитка теперь будет закрываться. Во всяком случае, они к этому стремятся. Поставили электронное табло, которое будет открывать дверь. Вот. Я стал только узнать код от нее. Видал огромную кучу великов во всех. Надо не забыть, рядом с полицией, там вот рядом полиция, доходя до нее, Energy-Sa, здесь огромная куча велосипедов. Я думаю, что здесь можно выбрать на любой вкус. Классные, всякие разные. Что только здесь нету. Супер, а мне надо вот туда пойти сходить. Я еще еду лукуму прикупить. Воля поедет, ну подарок.
сейчас шел по параллельным улицам мимо какого-то офиса доставки, и полно деревьев доставка. То есть я так понимаю, что они все управляют этими доставочными фирмами, эти деревья. И это нормальным явлением считается. Я раньше думал, что это одна и та же улица, которая к больнице идет от кольца. Оказывается, нет, это другая улица. Хожу, смотрю на дорогу, варианты с этими. Где бы лукума прикупить. Магазинов много, их продают в основном в магазинах специй. Пойду вот еще один загляну. Все равно все везде очень маленький ассортимент лукума здесь. В Эрдемле. Мы вот были туда в Мерсине, там заходишь, там глаза разбегаются. А здесь 3-4-5 позиций, все. Больше нет ничего. Так, короче. Ходить с этим с пакетом по городу, собирать. Видимо, придется. Ладно, покажу, посмотрю, что здесь все есть. Ну, где-то побольше ассортимент будет. Это улица Эрдемли, которая идет к городской больнице государственной. Вот, на той стороне опять очередные специи. На той стороне очередные специи. Пойду перейду, посмотрю, что там есть у них. Пожалуй, я нашел магазин, где все купим. Сейчас я для себя сниму, что здесь продается и почем. А потом придем сюда, и купим все, что надо. В субботу, наверное, перед поездкой. Конфетки здесь тоже есть разные. Короче, этот магазин рядом с Турцелом. Турьемис называется. Короче, надо запомнить и сюда прийти. В принципе, рядом с Турцелом и Водофоном. Не очень далеко от центральной дороги. Я почти запомнил. Еще вон на той стороне какой-то есть магазин похожий на то, что мне надо. Я тоже в него зайду, я везде буду. В общем, рядом еще один магазин большой, вот этот Бахарат, Эмиран, Курьемиш. По сути, то же самое. Чуть не доходя до того магазина первого, он на той стороне, он впереди. Надо, короче, сюда вот подходить и все посмотреть. И то, и другое, и купить. Блин. Все время ходили здесь, стояли тележки. Такие же, как у нас. Такая же один в один. А сейчас прихожу и нету тележки. А Оля хотела своей маме отвезти. Ей не понравилось визуально. Говорит, хочу. Она говорит, куплю. А сейчас нету. Обидно. Даже не знаете, что делать. Заказывать им смысла есть, нету. Буквально недавно было, последний раз я здесь пробегал, стояли здесь тележки. Сейчас кончились, только такая вот. Даже не знаю, что делать. Попробую другой кочетаж какой-нибудь съездить. Поищу в картах, да съезжу. Маслом с оливковым тоже, тут его. Вкусно, вкусно, классно, обалденно. А чтобы было написано Extra Virgin, вот здесь вообще нет таких в верхнем ряду. Так, это Extra Virgin не вижу. Вот первый Extra Virgin 118 лир литровая. Вот Extra Virgin литровая 57,95. Одна фирма, и только это в металле, а это в пластике. Ну, еще туда-сюда. Это все не Extra Virgin. Здесь вот Extra Virgin 107, вот Extra Virgin 104. Вот Extra Virgin непонятно. Вот этот такой же, что в пластике. А, это двушка 113. Двушка 113. Это тоже двушка 118. А это литровая 57.
Короче, здесь вот большие экстравиржины пошли, 159 трешки. Здесь не написано, что это экстравиржин, здесь тоже не написано. Вот это экстравиржин, 155. Здесь не написано, что это экстравиржин, экстравиржин не написано. Не написано, здесь тоже нет информации, здесь тоже нет информации. По идее, получается, самое выгодное, это вот трехлитровую, покупать вот эту трехлитровую за 155-50. Литр получается примерно там по 50 с чем-то лир. Вот. Как-то так. А последний раз я вот такую литровую покупал за 33-50, вот она, экстравиржин есть. Это на 33,50. Ну вот если только ее купить опять же. Я иду уже к детям на тренировку, что-то их не видать. Моих не видать, детей. А так вот дети, я гляжу, уже в кимоносках проходят. Сейчас посмотрим. Где они? Возможно, что где-то стоят, меня ждут. Вот тут в воротах с левой стороны. Сейчас посмотрим, где они у нас. Ребята, кикбоксерята, а нет, тэквондист. Здесь не видно. Значит, еще не закончилось. Там вон дети выглядывают, значит, еще не закончилось. Наша турецкая подруга нас балует. Смотрите, принесла закуску с йогуртом, овощи с соусом, а вот это мерджимек кёфтесы. Это из мерджимек, из чечевицы, котлеты. А я жарю пирожочки, вот такие красавцы, с картофельным пюре. И для папы Рая буквально два пирожочка я сделала с... Ой, как его называют? Ой, с сыром. Что-то у меня этот... Пирожочки подгорают. Что случилось? Я газ увеличила, оказывается. Ну ничего, нормально. Вот эти вот такие красавцы, а эти такие загорелые, более хрустящие, значит, будут. Сегодня будем снимать для вас мукбанг с пирожочками. Такие у нас дела, пока ребята ходили. Я уже курочку замариновала, сейчас покажу, она у меня в холодильнике маринуется. Упс. Вот. Завтра буду ее готовить, это новый рецепт. Вот, и... Тесто поставила на пирожочки, сварила картошку. Вот ребята пришли. Творческий беспорядок. Сейчас кто-нибудь из мужчин будет мне помогать и все это убирать. Вот, огромная благодарность моим мужчинам, что они всегда мне помогают. Я делаю творческий беспорядок, потом ложусь, отдыхаю, а они помогают. Миша у нас английским занимается, в комнату ушел, а Олег уроки делает. Алексей работает, как всегда. Такие у нас дела. Нажарила свежих пирожочков. Мукбанг мы уже сняли. Все в коробочку сложили, что не доели. Свежих нажарила. Пойду детей кормить. Это молодежь у нас появилась. Я их тоже подкармливаю. Они нас тоже подкармливают. Короче, молодожены поженились летом. Ей 20, ему 24. Вот. Она меня называет... Она мне как-то сказала, что вы мне как мама. Стала меня обнимать. Поэтому говорю, пойду детей кормить. Да, пап? Ага. Все, пока, не скучайте. Всем доброе утро. У нас время 7:43. Ни свет, ни заря проснулась. Потому что сегодня иду на бровки. Ой, блин, страшно как, не знаю. Тетеньку, не знаю. Работу вроде видела ее в Инстаграме. Вроде все хорошо. Мне понравились. Но... Что-то как-то боязно. Когда я делала полтора года назад бровки, мне в качестве анестезии мазали какой-то крем. А сейчас девочка спрашивает, есть ли у меня аллергия на лидокаин. Соответственно, предполагаю, что обезболивать будет меня лидокаином. Вот. Ну, буду держать в любом случае вас в курсе. Деваться некуда, делать надо. А вчера... О, будильник у меня уже звенит. Вчера пришла от соседей. Они детям передали вот эти вот штучки.
и обсуждали, что в России они стоят мега колоссальных денег. Ну как, позволить себе, конечно, можно, но каждый день пачками их есть нельзя, потому что это дорого. А они здесь прям вот такими упаковками покупают, связка скотчем склеенная. Вот, и едят, потом всем раздают. Короче, мы уже, наши дети уже такой десерт от них второй раз получают. Вот, Олег проснулся уже, за уроки сел. Миш спит, Алексей спит, но сейчас он проснется тоже. Он сказал, что на велосипедах поедем, и он меня будет, соответственно, провожать. Я им сейчас занавеску открою, покажу, что уже утро. Балконную дверь закрываем. Тут москиты всякие летают. Балконную дверь закрываем, потому что уже холодно, друзья. Уже прям реально холодно. Я никак не дождусь, когда мы привезем из России эти обогреватели. Это уже прям немножко становится актуальным. Еще чуть-чуть времени пройдет, я думаю, это будет прям уже очень-очень актуальным. Такие у нас дела. Сейчас глотну немного чая. А, ребята еще вчера. Настена. Настена — это моя названная дочь. Делала пиццу. Вот. И нас угостила. Сейчас я съем кусочек пиццы, запью чаем и пойду на бровки. Такие у нас дела.